Ман за аллази юхриду Аллаха кардан хасана? Есть ли кто-нибудь одолжит Аллаху субханаху ва тааля прекрасный займ? Вот это реально с одной стороны тяжело понимать. С другой стороны, если это поймешь, какой ты счастливый человек. Какой ты счастливый человек, если ты поймешь, я отдам, и реально это долг у Аллаха субханаху ва тааля, Аллах вернет. Поэтому, братья мои, садака туссир, секретный садака, или, представляешь, ну ты можешь представлять, человек отдал, никто не видит, что он отдал. Увидел куритка брата, который разнорабочий, еле-еле бедненько, он дошел до сюда. Он пошел и засунул там 1000 рублей, допустим. Это деяние никто не увидел. Но это наилучший займ с Аллахом субханаху ва тааля. Братья мои, клянусь Аллахом, если у тебя есть проблема психологическая, брат мой, депрессия, у многих сейчас депрессия, да? Именно у сестер, которые они сидят все время в Инстаграме, у тех парней сидят тоже, завидуют, о, у него машина лучше. И реально депрессия, да? Братья мои, прием у психиатра 5-7 тысяч рублей. Я вам скажу. Но я вам скажу, намного лучше тренинг, намного лучше лайфхак, как говорят. Иди эти деньги куда-нибудь засунь ради Аллаха, чтобы никто не видел, что это сделал. Возьми пакет продукты и не жди от того человека шукран. Спасибо, не жди. Положил, стучал, убежал. Понимаешь? Аллахи, просто смотри на себя, как ты будешь потом после этого. Если ты можешь это делать раз в неделю, клянусь Аллахом, твоя депрессия не будет ее. То, что ты не понял смысл жизни, зачем я жил столько... Единственное, у тебя будет одна печаль, угадай какая? То, что ты не начал это давно. То, что ты поздно. Это единственная печаль будет у тебя.